Всем привет-привет, с вами Ольга Карпович, и я снимаю сегодня снова такое коротенькое видео про вещи, которые у меня уходят на возврат, почему я сейчас вам все покажу, но не могла не показать сами по себе вещи, качество просто изумительное, кое-что мне присмотрелось, пригляделось, ну, одним словом, по порядку. Значит, буду я вам показывать вот такой вот костюмчик. Это вся серия бурматиков у нас идет. Значит, трикотажный жакет 48% вискозы. Я его сегодня покажу. Это идет у нас артикул 121W2103. Дальше трикотажная юбка к этому жакету. Артикул 121W3305. И такое же трикотажное платье. Артикул 121. 1W4105. Вот это платьице. И знаете, хочу я начать с жакета. У меня это идет модель, как я уже сказала, 121W2103. Цвет у нас идет серый. Состав 48 вискоза, 44 полиэстер. И 8 эластан. Подкладка 100% полиэстер. Первое, что я хочу сказать, что на самом деле он трикотажный. Здесь, вот я думаю, вы видите, вверх все тянется. И что мне понравилось, что жакет идет со стоечкой. Вот. Дальше он у нас на молнии. Молния... Ее почти не видно, ну просто как бы логически понимаю, что он на молнии. Укороченный и с карманами. И чем он мне понравился, и обращаю ваше внимание, на мне сейчас будет размер 46. У меня верх 50. Заметьте, я одеваю на толстовку или свитер. Плечи в принципе на месте, то есть только чуть-чуть, буквально чуть-чуть, тянет по спине, и то я понимаю, что это тянет подкладка. Значит, претензий к пошиву нет абсолютно никаких. Этот жакет на мне застегнется. Заметьте, 46 размер. Вот, только, конечно, нужно взять 48, то есть 100% этот жакет нужно брать на размер меньше. Карманы хорошие. Вот видите, они глубокие, хорошие. И мне этот жакет чем понравился, что его можно брать как куртку. Вот если у вас, грубо говоря, деловой стиль одежды, его можно брать просто отдельно, без костюма, вместо куртки. Вот такой вот легкой ветровочки. И карманы на месте, и рукав, вот, в принципе, хороший. Качество изумительное. Оно нигде не кусается, как говорится, ничего абсолютно. Только вот на мне 46, нужно все-таки взять 48. Но обращаю ваше внимание, что вот на мне брючки, хорошо будет и под юбочку, даже другого цвета. Ну а сейчас покажу вам юбочку. Серия бурматиков. Очень классное качество. Мне прям очень понравилось. Дальше. Значит, юбка трикотажная. Она тоже будет такого же качества. Сейчас. Вот юбочка. Значит, эта юбка 56 размера. Я вам сразу говорю. Конечно, она у меня большеватая, но не сильно. То есть, в принципе, юбку я бы себе брала в размер 52. Здесь у меня рост 170, длина чуть-чуть буквально ниже колена, высокая посадка в юбке, обратите внимание,
И получается, если бы я взяла себе 52 размер, то, я думаю, была бы длина по колено. Молния сбоку идет, подкладки нет. То есть здесь просто ткань. Обратите внимание, основная ткань, подкладки нет. Вот. Ну и здесь вот все очень такое тягучее, но качество мне нравится. Я думаю, она электролизоваться не будет, потому что здесь такого нету кусучего материала. Прихвачена только она чуть-чуть по бокам, а дальше вот все видно, как прошито. Шовчики идеальные. Поэтому имейте в виду, юбка без подкладки. Но я сразу размышляю, как автоледи, в машину просто идеальнейший вариант. Ничего нигде не будет тянуть. Еще раз, значит, покажу костюмчик. Были в заказе и брюки. Брюки женщине подошли, брюки она забрала. Вот, и сейчас покажу это платье 56-го размера. Значит, платье состав тот же. 44 вискоза, 44 полиэстер, 8 эластан. Цвет серый. Модель 121W4105. Трикотажное платье с укороченным рукавом. Конечно, сильно вы его на мне не увидите. Извините за такой не очень удобный формат видео, но хотела просто показать. Это 56 размер. В принципе, платье на 56 размер будет хорошее. Здесь длина в платье уже совершенно другая. Уже идет, я не знаю, как это правильно сказать, но ниже колена, вот где-то настолько ниже колена. Значит, еще раз повторюсь, у меня рост 170, талия на месте, то есть талия не опустилась. Поэтому имейте в виду, если вы ниже ростом, конечно, на сайте есть длина изделия по низу, но смотрите, чтобы не было на месте талия. Значит, это 56 размер. Вот такой вот у меня длина рукава. Ну, как бы это логично, понятно, что не мой размер. Подкладки в платье тоже нет. Получается здесь большой вырез. Такой вот сзади молния. Молния потайная. Сейчас посмотрим, где она у нас заканчивается. Заканчивается чуть ниже пояса. Вот. Но получается, это платье не тот рост. Там женщина повыше, и у нее получается талия не на месте. Поэтому пошло на возврат. Но вот такое вот деловое платье на работу очень достойно. И еще раз повторюсь, качество этой ткани мне очень и очень нравится. Но вот такие вот вещи у меня сегодня. Решила снять видео, потому что, сами понимаете, кто-то где-то выбирает, кто-то что-то смотрит, ищет в интернете. Поэтому я не могу не показать, хотя все идет и на возврат. Но не из-за качества, а из-за того, что вот есть некоторые нюансы по фигуре и так далее и тому подобное. На этом у меня все. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Если у вас нет еще личного кабинета, а вы хотите вот это все покупать по ценам склада, заполняйте форму под этим видео, я с вами свяжусь и все расскажу. Подписывайтесь на мой канал, конечно, кого со мной нет, ну и давайте дружить в соцсетях. Все ссылочки на мои соцсети тоже под этим видео. Всем пока!